Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Начало июля, и я стою у клематиса группы Интегрифолия под названием «Голубая река» Blue River. Это клематис из Голландии, производители голландцы. И он не очень такой популярный или не очень распространенный. Редкий еще достаточно в наших садах, но он уже встречается. Почему он особенный, этот клематис? Этот клематис кустовой или же тот, который не имеет клеем. Он не плетется по перголам и по аркам. Его надо подвязывать. И цветочек у него появляется в виде звездочки голубой. Посмотрите, какой очень нежный цветочек. Он небольшого размера, до 80 сантиметров доходит этот цветочек. Его надо подвязать к какой-то опоре. Либо он просто, плети этого клематиса, расстелится по земле, и его можно использовать как почвопокровный клематис. Можно посадить на краешек газона и пустить по газону. И вот такие голубые звездочки у вас растянутся на вашем газоне. Листок у него особый. Посмотрите, какой цельный, жесткий, как бы глянцевый лист. И по краешку красно-коричневый ободочек идет. Цветки на завершение плети из пазухов не идут, как у других клематисов. И как будто бы вот такая речка спускается. Я его подвязала к арке и любуюсь этим клематисом. Он относится к многолетникам третьей группы обрезки клематисом. То есть на зиму я все вырезаю и оставляю 10-15 сантиметров пенечки от земли. И весной он снова появляется. Он цветет полностью на плетях только этого года. То есть ничего оставлять не надо. Легок в уходе. Нежный, необычный. Такие великолепные звездочки украшают вот такую нашу арку. Так что, если вы хотите что-то особенного, какой-то необычный клематис невысокий, он 1,5 метра всего высоту, то поищите его. Это группа Интегрифолия. Спасибо вам, что вы были со мной на канале Садовый экспресс и полюбовались таким чудом природы, как клематис «Голубая река». До новых встреч!